Добрий вечір. Це тема дня. Спочатку оперативна інформація. За даними на сайті Міністерства охорони здоров'я, станом на 10 ранку 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. З них 23 летальні, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків. В Миколаївській області на даний час жодного випадку захворювання не зафіксовано. Тепер до сьогоднішньої теми. В країні розпочато другий етап медичної реформи. Про реформування медичної галузі в Україні та Миколаївській області, зокрема, поговоримо сьогодні з нашою гостею. В студії начальниця Миколаївського обласного центру здоров'я Оксана Баланська. Оксана Юрівна, я вас вітаю. Добрий вечір. Спасибі, що завітали до нас в студію. Оксана Юрівна, 1 квітня в Україні повинна запрацювати в повному обсязі програма медичних гарантій. Будь ласка, що вона передбачає? Ну, наверное, будет целесообразно сказать, чем отличается эта программа медицинских гарантий от того реформирования, которое мы уже видели на первичке. Когда была реформирована первинна медична допомога, заклады получили капитационную ставку. Капитационная ставка – это была та сумма денег, которую получило учреждение здравоохранения, которая подписала декларацию с населением. Эта ставка учитывала все то, что учреждение первичной медицинской помощи будет делать с этим человеком в течение года в рамках своей компетенции. Так. То есть, вне зависимости от того, сколько вы или я придем к своему семейному врачу, он получит от государства, в данном случае через Национальную службу здоровья, фиксированную капитационную ставку. Это на первичке. Что касается второго уровня оказания медицинской помощи, то там учреждение медицинское получит деньги за пролекованный выпадок. Здесь уже будет дифференцированный подход к получению денег. В рамках перехода на новую систему финансирования Национальная служба здоровья укладывает договоры с закладами охраны здоровья, которые должны были для этого автономизироваться, оснаститься соответствующим количеством компьютерной техники, получить доступ до интернета, оснаститься информационной системой. После этого они должны были провести ревизию того, что у них есть. Это не только то оборудование, которое у них есть, но и те специалисты, которые у них есть. Потому что Национальная служба здоровья сформировала 26 пакетов оказания медицинской помощи плюс пакет по экстренной медицинской помощи. Учреждения здравоохранения, оценив свои возможности, могли и претендовали на заключение договора с Национальной службой здоровья на оказание медицинской помощи населению в соответствии с этими пакетами. У нас в Николаевской области 47 учреждений, которые оказывают специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь населению. Из них 42 будут финансироваться по новому принципу. То есть через Национальную службу здоровья, заключив с ней договор, все заклады заключат этот договор, но по разному количеству пакетов медицинских услуг. Из хороших новостей Национальная служба здоровья говорит, что процесс просто продолжается, и те учреждения здравоохранения, которые претендовали изначально на какие-то пакеты медицинских услуг, но, по мнению Национальной службы здоровья, сейчас не соответствуют этим требованиям, они смогут доработать этот вопрос и, в общем-то, получить те услуги, на которые получить возможность оказывать те услуги, на которые они претендуют при проведенной соответствующей работе. А Национальная служба здоровья Украины, она проверяла медичные заклады? Да, она проверяла их как выборочно. У нас есть куратор у Николаевской области от Южного регионального центра Национальной службы здоровья Украины. И точно так же, как это была очная проверка, учреждения специализированные заполняли массу отчетных форм, подавали информацию о своем кадровом потенциале, о том оборудовании, которое у них есть, для того, чтобы претендовать на подписание
с Национальной службой, здоровья Украины контракты в соответствии с определенными пакетами медицинской услуги. А скажіть, будь ласка, Оксана Юріївна, за яким принципом обласні лікарні будуть отримувати кошти від держави? Який це заказом принцип? Медицинську услугу, або ще, як говорить Національна служба здоров'я, за пролікований випадок. Тобто надана медична послуга і за... Предоставлена медицинська услуга, ця медицинська услуга оплачена. В соответствии с пакетами медицинских услуг существуют и расценки на них. То есть это те средства, которые Национальная служба здоровья будет готова заплатить учреждениям за оказание соответствующей услуги. Внутри пакетов могут быть разные услуги разной стоимости, но пакеты медицинских услуг для всех учреждений оплачиваются одинаково. То есть если учреждение претендует на этот пакет, и оно получило, вне зависимости от того, эта услуга будет оказана в Николаеве, в Одессе, в Херсоне или в каком-то другом городе, принцип оплаты этой услуги, он сохраняется, он определен изначально, исходя из этого пакета. Незалежно от региона, местности и так далее, так? Да, да, там уже учитываются немножко другие параметры. Услуга является унифицированной. Для этого Национальной службой здоровья, насколько я знаю, была проведена большая работа для того, чтобы создать единые требования, единые критерии для оказания этих услуг. Впровадженню другого етапу медичної реформи був присвячений онлайн-брифінг за участі представників Національної служби здоров'я. Я пропоную фрагмент з цього брифінгу, будь ласка. "96% закладів охорони здоров'я, яким ми направили проєкт договору, вже підписали його. Залишилося 4% закладів, по яким є технічні правки. Я сподіваюся, що протягом 2 днів, сьогодні і завтра, ми цю кампанію завершимо. 1 квітня заклади охорони здоров'я вторинної і третинної медичної допомоги починають надавати медичну допомогу пацієнтам за договорами про медичне обслуговування. Реалізовується принцип «гроші йдуть за пацієнтом». Заклад отримує гроші за надані медичні послуги. Це народжує здорову конкуренцію серед закладів охорони здоров'я, і ми сподіваємося, що ця конкуренція вона породить якість медичних послуг в інтересах нашого пацієнта. В Україні 20 тисяч дітей щорічно народжується передчасно, у світі це 15 мільйонів дітей передчасно, це в середньому кожна 10-та дитина. І ту суму, яку мала викладати кожна родина з кишені, з власного бюджету, це приблизно 100 тисяч гривень, це надзвичайно великі суми. Власне, саме через це ми очікували запуск другої хвилі медичної реформи для того, щоб забезпечити кожній дитині гарний старт, максимально позитивний старт його життя і надання якісних медичних послуг. Це забезпечення ліків, зокрема парентерального харчування, про яке вже стільки довго ми говоримо. Це забезпечення оновлення устаткування, чого не було з 12-го чи з 13-го року системно. При тому, що протоколи для лікування таких дітей дуже сильно змінилися за останні 5 років. Якщо ми раніше не говорили про рятування дітей, крихітних дітей вагою до 500 грамів, сьогодні це є можливим. І без підтягнення технічної бази до протокольної частини лікування не буде можливим. Це тема дня. Оксана Баланська у нас сьогодні в студії. Оксана Юріївна, будь ласка, скільки обласних медичних закладів підписали договори з Національною службою охорони здоров'я? І якщо не всі, то чому? Ну, ми вже з вами говорили, що у нас в області 47 учреждень, які оказують спеціальність, 42 будуть підписувати, тому що у нас є такі учреждення, наприклад, як Дом ребенка, як база спецмедснабження, как судмедэкспертиза, как, собственно, вот Центр громадского здоровья, в который превращаемся мы из Центра здоровья, которые будут получать деньги за счет государственной субвенции в местный бюджет. То есть подписание договоров с НСЗУ такими учреждениями не предусматривается.
по ряду причин. Ну, например, то, что касается, допустим, нас и базы спецмедснабжения, несмотря на то, что у нас достаточно разный профиль деятельности, но ни они, ни мы не оказываем собственной медицинской услуги. Как и судмедэкспертиза, например. А Национальная служба здоровья, она исключительно контрактует те услуги, которые касаются медицинской услуги. Я хочу повторить, что продолжается сейчас процесс подписания договоров с Национальной службой здоровья Украины, но было не один раз заявлено ее руководителями, что по тем или иным пакетам, на которые претендовали учреждения здравоохранения, они контракт с НСЗУ подпишут. То есть подпишут контракт все. Возможно, не по всем тем пакетам медицинских услуг, на которые они претендовали, но у них будет возможность и время для того, чтобы этот вопрос доработать. Идя сюда на передачу, я посмотрела дашборд НСЗУ. Это, собственно говоря, система открытых данных, которая у них обновляется. У них дашборд был обновлен последний раз 23 числа. Он еще не содержит, наверное, актуальной информации, но я думаю, что он будет обновлен после того, как будет завершен этап подписания договоров с учреждениями здравоохранения. Тогда мы вот увидим уже тот перечень учреждений, но я думаю, что мы там увидим все. Во всяком случае, так было заявлено. Оксана Юрьевна, а коли завершується цей етап? Можна назвати? Було сказано, да, что вот он будет продолжаться включительно по пятницу. Поэтому я думаю, по сьогоднішній день? Да, да. Дальше уже будет идти процесс доработки. То есть у учреждений уже будет, да, у него уже будет заключенный договор с НСЗУ, он будет учреждение, руководитель будет понимать, что этот этап у него пройден, и он уже будет заниматься доработкой каких-то моментов для того, чтобы расширить перечень пакетов медицинских услуг, на которые подписан договор с НСЗУ. Потому что, ну, это естественно, это доход, это деньги, которые придут на учреждение. И саме цього дня, п'ятниця, 3 квітня, медичні заклади Миколаївської області повинні завершити підписання договорів з Національною службою здоров'я. Так? Потому что эта информация, ну, обладателем этой информации или, скажем так, тем, кто регулирует эти процессы, является Национальная служба здоровья Украины. Она стежит за цим. Она не только следит, она отвечает за эти процессы. По той информации, которая есть у меня и которая неоднократно озвучилась НСЗУ, точкой принятия решения является пятница. Я думаю, что, возможно, знаю, что в процессе подготовки договора НСЗУ работало и субботу, и воскресенье. То есть, возможно, это будет дорабатываться еще и субботу, воскресенье. Рассчитываю, что в понедельник мы с вами уже будем просто видеть полную картину. Світлана Кльосова та Юлія Філімон побували в Березанській центральній лікарні, в якій 31 медпрацівника скоротили. Зокрема, лікарів-стоматологів, фтизіатра, медичних сестер та техперсонал. За словами головного лікаря Василя Гайдаржи, це оптимізація в рамках другого етапу медреформи. Я пропоную відеоматеріал моїх колег. Будь ласка. Це фтизіатричний кабінет Березанської лікарні. Нині двері зачинені. Катерина Гайко була єдиною лікаркою-фтизіатром у Березанці. На обліку 100 пацієнтів. Два місяці тому їй повідомили про скорочення та запропонували перейти на 0,5% ставки. Це 2 тисячі гривень. Лікарка відмовилася. На поставки я не можу робити. Я б повинна без 20-12 закінчити. Прийде хворий, я скажу йому, що ви йдіть або що. Ну, я хочу вам сказати, що мені навіть обідно то, що сталося хворий. Вони вчора дзвонили всі. Не один сімейний лікар не поцікавився, як його лікувати, хто лікувати, як лікувати, який діагноз поставить. Ну, ніхто нічого. І вони оставили карточку в мене на столі. Як вони будуть лікуватися? А це стоматологічний кабінет, в якому працює Григорій Хрипунов. Чоловік – пенсіонер, але продовжує працювати лікарем. Погодився на півставки. Працюватиме по 3 години на день та отримуватиме зарплатню 2200 гривень. Життя така. На пенсію, яка у мене 1044 гривні, я не проживу. Усього у лікарні залишилися 2 лікаря-стоматологи. 5 скоротили. Григорій Хрипунов говорить, що місяць лікував більше 300 людей. Додає, відповідно до другого етапу медреформи, тепер надаватимуть лише невідкладну допомогу. Ну, якщо так взяти хворих, то представте собі, що у нас
Ну, процентів 80 населення потребує стоматологічної допомоги. Моя думка така, що ця реформа, вернути Семашко і все, реформу Семашко. А ця реформа для населення району, де половина безробітних і пенсіонерів багато, ця реформа для них не підходить. За словами депутата Березанської районної ради Андрія Грози, він звертався до головного лікаря Василя Гайдаржи з пропозицією надати смету, аби депутати порахували необхідну суму на зарплатню медпрацівників з місцевого бюджету, щоб уникнути скорочення. Лікар пропозицію проігнорував. Ми представили альтернативну думку – не скорочувати людей. У нас повинне було бути скорочене ще інфекційне відділення. З урахуванням того, що Міністерство охорони здоров'я робить обмеження, деякі відділення не потрапляють під фінансування, ми маємо право фінансувати їх з місцевих бюджетів. По місцевих бюджетах у нас готові голови сільських рад, голови ОТГ брати участь у медицині, тому що вони зацікавлені в доступному нормальному лікуванні наших людей. 1 833 000 гривень необхідно на заробітну плату скороченим працівникам до кінця року, говорить головний лікар Василь Гайдаржи. Я вам суму назвав, такої суми немає. Це просто раціональний підбір кадрів. Я взагалі не знаю, чому такий ажіотаж і шум. Якщо йдеться про медпрацівників, то у нас звільнено 5 стоматологів, які переходять в ФОПи, і 2 медсестри пішли. Решта персоналу – це інший допоміжний персонал – бухгалтери, статисти. Фтизіатр пішла за власним бажанням у зв'язку зі зміною умов праці. Залишилася без роботи Олена Філюк. Жінка 35 років пропрацювала молодшою медичною сестрою у дитячому відділенні Березанської лікарні. Зараз стоїть на обліку у центрі зайнятості. Без санітарки, медсестра, я не знаю, дівчатки теж ні були бути. Ми, у нас дуже багато обов'язків і як це все. Навіть ніхто не визвав, мені залишилося 4 роки до пенсії. Я ходила до нього, лично просила: «Савельич, будь ласка, дайте мені роботу». Він сказав: «Ні, нема, вибачте». Я кажу: «А пенсіонери?» «Хорошо, ми з пенсіонерами поговоримо». У нас дуже багато в лікарні пенсіонерів. Ніхто буквально навіть не пошевелився. Лікарні не вдалося укласти контракт з Національною службою здоров'я України стосовно функціонування дитячого відділення. Зараз воно виглядає так – напівпусті палати та коридори. Останніх пацієнтів виписали 31 березня. 10 ліжкомісць для маленьких пацієнтів облаштували у терапевтичному відділенні. Тут 2 дитячі палати. Мусимо впоратись, у нас же ж виходу немає. У нас є лікар-педіатр, да. І ми впораємося, час покаже. Просто як нагрузки підуть на дежурну медсестру, ми вже навіть договорились так, Ольга Євгенівна. У нас тут рядишком приймальне відділення, там всі чергові дівчатка із дитячого відділення. Наприклад, вона через стіночку працює, да? Ну, не дай Бог, якоїсь такого аврала, якоїсь ситуації такої, то вони сказали: «Ми допоможемо». У нас же це ж таке. Розумієте, ми тільки вчора відкрили відділення, ми не знаємо, карантин нам всі карти поплутав. За словами головного лікаря Василя Гайдаржи, він готовий переглянути можливість працевлаштування скорочених співробітників у разі, якщо депутати знайдуть необхідне фінансування. Це тема дня. Оксана Юрівна, будь ласка, ваш коментар щодо відеоматеріалу моїх колег. Кадрове питання гостре дуже. Давайте попробуємо прокоментувати це так. Я це не можу коментувати як учасник процесу, тому попробую дати такий об'єктивний коментар, вне залежності від конкретної вот этой ситуации. Существует ли проблема кадрового обеспечения в Николаевской области? Чи да, безусловно, она есть. Средняя обеспеченность врачами, ну, это порядка 70% от того, что бы хотелось. Действительно, Национальная служба здоровья Украины видит в дальнейшем оплату финансирования стоматологической помощи населению со своей стороны в части неотложной стоматологической помощи. Лежит ли на руководителе, особенно коммунального некоммерческого предприятия, ответственность за возможное доведение этого предприятия до банкротства? Да, безусловно, лежит. То есть руководитель действительно должен оценить все финансовые риски и возможности для того, чтобы это учреждение было состоятельным. Он несет за это ответственность. То, что прозвучало в сюжете, ну, возраст
человека не является и не может быть причиной его увольнения, если человек достаточно нормально, качественно исполняет свои обязанности. Это вот непосредственно по сюжету, если говорить. Если говорить о новом статусе наших больниц и новых обязанностях руководителей, то, безусловно, учреждение может и должно искать разные возможности своего финансирования. И то, что не финансирует Национальная служба здоровья Украины, может быть профинансировано или дофинансировано собственником. В данном случае собственником центральных районных больниц являются районные советы, которые могут финансировать или дофинансировать учреждения путем принятия местных программ. И налаживание такого сотрудничества – это очень правильный путь. И я могу Василию Савельевичу позавидовать, что у него есть депутатский корпус, который готов идти ему навстречу в этом направлении. Это возможность не только обеспечить население района медицинской помощью, может быть, чуть в большем объеме, чем есть возможность за счет тех средств, которые придут сейчас Национальной службой здоровья Украины. Ну и чем больше будет возможностей у наших больниц, тем больше будет возможностей для населения. Поэтому, безусловно, работа с депутатским корпусом, работа с представителями местной власти, работа с любыми представителями социально ответственного бизнеса, которые могут быть привлечены к дополнительному финансированию больницы, это огромный плюс не только для руководителя, который возглавляет коллектив, но и для населения, территория обслуживания которого, да, получит, для населения, которое находится на территории обслуживания такого учреждения, которое будет располагать, ну, глядишь, и большими возможностями и в плане закупки, может быть, и лекарственных средств, и еще какими-то дополнительными возможностями сверх того финансирования, которое она получит от Национальной службы здоровья Украины. Ну, здорово, если есть такая возможность. Головне не чекати, не стояти на місці, не чекати, а діяти і шукати. Це дуже хороше, да, вираження, що той, хто не хоче робити, він іщить причини, той, хто хоче, він іщить можливості. Тому всі, наверное, заинтересованные и мотивированные руководители сейчас ищут такие возможности, ищут социально ответственный бизнес, ищут другие подходы для того, чтобы привлечь инвестиции в те лечебные учреждения, которые они возглавляют недаром. В общем-то, все они теперь становятся менеджерами. Оксана Юрьевна, а скажите, пожалуйста, насколько забезпечены кадрами сельские медичные заклады в Миколаевской области? Ну, я не готова сейчас сказать в разрезе каждого района, но в любом случае и всегда так было, что сельская медицина в смысле кадрового обеспечения всегда находилась на более скромном месте, чем учреждения здравоохранения как городов областного подчинения, так и города Николаева. Ну, это извечная проблема. Пока что лучше не стало. То есть кадров в сельской местности бракует медичных, так? Кадров всегда не хватает. Но дело даже не только в нехватке кадров. Если мы говорим о нехватке физических лиц, дело в том, что если мы посмотрим на возрастной состав наших врачей, то можно беспокоиться за ситуацию, которая у нас с вами будет через 5-7 лет. Очень бы хотелось, чтобы сегодня ситуация, знаете, как надо во всем плохом искать что-то хорошее. Вот та ситуация, которая у нас сегодня сложилась, когда люди даже очень состоятельные видят, что они лично становятся заинтересованными в том, в каком состоянии находится у нас система здравоохранения, потому что они вынуждены сами получать эту услугу на месте. Возможно, это будет способствовать тому, что возрастет престиж профессии врача, у нас уменьшится отток врачей за рубеж, где они раньше могли
получить, ну что там, Рихата, гораздо большее материальное вознаграждение, чем здесь. И ну, будем надеяться, что вот эта ситуация, которая у нас сложилась сейчас с эпидемией, она на выходе приведет нас к тому, что где-то профессия врача станет более привлекательной. Оксана Юрівна, у нас залишається хвилина. Будь ласка, з ваших вуст, як не захворіти на коронавірус, заходи з профілактики, симптоми, алгоритм дії. У нас одна хвилина, будь ласка. Одна минута, да. Во-первых, если вы почувствовали какие-то симптомы у себя, если вы почувствовали недомогание, вы почувствовали першение в горле, у вас поднялась температура, желательно сразу же позвонить своему семейному врачу. И если есть такая возможность, оставаться дома, работать отдаленно, пойти на больничный. Если уже есть проявление болезни, однозначно пойти на больничный. Позаботиться о своих близких. Если у вас есть родственники, которым 60 лет и более, очень желательно сделать все для того, чтобы они были обеспечены продуктами питания, для того, чтобы их не было необходимости выходить из дому, платить коммунальные платежи, взять на себя такую заботу о них. При ухудшении своего состояния обязательно звонить на телефон 103, это горячая линия, но желательно не допускать до такого состояния, находиться дома под контролем семейного врача и выполнять рекомендации. Поводом для звонка на 103 должно стать резкое ухудшение состояния, высокая температура, затрудненное дыхание. Хай усі я будуть желаю всім здоров'я. Хай усі будуть здорові. Оксана Юрівна, ще раз спасибі вам, що знайшли час і прийшли до нас в студію. Оксана Баланська, гостя нашої студії сьогодні. Це була тема дня. Якою буде наступна тема дня, підкаже вже наступний день. На все добре.